Специалисты регионального управления Следственного комитета возбудили два уголовных дела по факту получения взятки группы лиц по предварительному сговору. Фигурантами стали педагоги высшего преподавательского состава Ивановского энергоуниверситета. Помощь силовикам оказало руководство вуза. В ходе предварительного расследования выяснилось, что преподаватели получили от студентов две взятки на сумму чуть менее 100 тысяч рублей. Один из фигурантов сейчас под стражей, мера пресечения в отношении другого устанавливается. Следователи выясняют детали произошедшего. Это самое крупное выявленная взятка в сфере образования за последние годы. В июне 2017 года педагог получил от двух студентов $600 США и $1000 США в качестве взяток для себя и соучастника преступления за получение студентами положительных оценок при сдаче экзамена. Впоследствии полученные деньги взяточники разделили между собой.